Место встречи. Красоты. Что нам тут умного скажут? Давайте посмотрим. ВК-стор. Магазинчик есть. Наверное, тут можно снять шапку. Друзья, сюда еще можно тоже проходить. Давайте, чтобы всем так хотело место поплотнее. Идем, друзья, проходить. Встречи с классными приложениями, цифровыми продуктами и сервисами. Я уверен, вы все знаете самые главные приложения и сервисы компании ВК, такие как социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, Почта, Mail.ru, платформа Дзен, сервисы ВК Видео, ВК Музыка, магазин приложений Рустор. Друзья, знаете, сколько всего приложений и сервисов существует у компании ВК? Есть ли положение? Ну давайте подскажу, более 200, да, приложений и сервисов, 100 миллионов пользователей. Мы в нашем павильоне хотели вам все это показать, но если бы мы это сделали, ваше путешествие здесь продлилось бы несколько недель точно, да, очень долго. Поэтому мы решили оставить около 15 диджитальных приключений, часть из них про обучение, часть про развлечения. В общем-то, готовьте смартфоны, делайте фотки, видео, сканируйте обязательно QR-коды, получите много. Все грани гейминга. Ну, в гейминг мы не играем, конечно, но... ВК-музыка, ой, слушать, наверное, не надо, угадайте, сниппет. ВК-музыка. Что нам делать надо? Короче, вот на эти штукенцы встаешь, и происходит игра, видите, там... Фиксирует, что делать. Классная выставка, да? Ваша обложка готова. Обложка. Стабилизатор. Для детей классно. Влад бумага. А, теперь. Пока еще не выкладываем, но еще все впереди. ВК тоже. Надо загружать видос. Кросс. О, лебеди. Никого нету. Теперь я здесь буду. Так, телефоном оставлять не будем. Танцевать. Мне нужно получить эту штучку у них. Подарок. Классненько сделали. Получить уникальные стикеры. А, вот эти на телефон, наверное, можно наклеить. Бумажка. Клипы. Представляете, больше 200 приложений у ВК. Миллиарды пользователей. Play. Надо сейчас с персонажем с каким-то сфоткать. Thank you.
персонажа можно сделать. Но я в игры не играю. Ну что? Мы насмотрелись. Контента можно, конечно, поснимать. Поснимайте сразу. ВК-шоп. Одежда. Знаете, я не скажу, что, конечно, дешевая. 2-300, но и не очень дорого. Ну, это женская, наверное. Кофта. Толстовки. На флисе. Пашчоум. 4-300. С таким принтом. Такая плотная, теплая кофта. Кружки. Это я. Шапку не потерял хоть. А, мистер Стрич. Я смотрю, вы стикер все-таки заработали. Конечно. Затянутым интернетом, но мы его взяли. И как мне его там сходить взять тоже? А надо за хэштегиться ВКонтакте, фотку выложить. А, как они говорили, да? Пойду-ка я тоже схапну этот стикер прекрасный. Здрасте. Как мне его получить? Для этого вам нужно сделать фотографию нашего видео. Ага. Вот так себе эту страничку на стену. Именно, ага. Так, мне. Так, а что это за... Это так, они клеются, да? Да. Угу. Хотим такие? Хотим, давайте. Смотрите. Это, я думал, роботы, это люди. Офигеть. Классно, да? Сейчас стикер получу, фотографию выложу в ВК. Так, сходим, да, в нейросеть Яндекса. В ВК побывали, стикеры взяли. На телефон наклеим. Что тут делать? Зарядите браслет энергии в сердце. И что надо сделать? А, он горячий. Видите, вот это вот можно зарядить все от руки. Приложите браслет и дождитесь. А, браслет надо какой-то. Нет, у меня никакого нет только браслета. Промышленность – это сердце России. Какой-то браслет нужен. Модели стали печатать приложения. Встаешь на эти, активируется звук. Ушел, все, микрофон заглох. Это что он тут делает? Телевидение. Соловьев. Там что-то прям очередь какая-то. Что там все стоят-то? А, индустрия кино. А, это индустриальный кинотеатр. Там внутри, короче, небольшой кинотеатр, и там что-то показывают. Ну, презентация тоже. Слушайте, там классно. Пойдемте тоже туда. Вот сейчас вместе с ними все пойдем. Да? Не спотыкнуться никуда. Что-то сейчас тут будет. Дети есть? Детей вперед. Thank you.
просто уже сдавать, но времени совсем не осталось. Как хочется получить зачет в том? Мой дедушка конструктор. Хочешь, он тебе поможет. Дедушка? Так нужно же про современную технику рассказать. Так он все про нее знает. Сейчас подключу его. Куда? Привет, Артем. Оля сказала, у тебя есть вопросы. Я учусь на экономическом факультете. Мне задали реферат о промышленности. Надо рассказать о современном состоянии и перечислить отрасли. Но... Ты корабли и даже роботы. Ничего себе. Как вы так быстро их оживили? По готовым чертежам это сделать не так уж трудно. Гораздо сложнее все это придумать. За каждым изобретением стоит огромное количество людей. Самое интересное впереди. Производство. Пристегнись. Мы отправляемся. Ты же учишься на экономическом. Представь, что экономика страны – это живой организм. Промышленность будет сердцем этого организма, основой ее развития. Она снабжает тело энергией, помогает двигаться вперед. Вот мы изготовили не только рельсы, но и поезда. Это быстрый и удобный способ перемещения людей и грузов по стране. Для городов идентификации агромашин. Это и посев зерновых, и сбор урожая, и последующая доставка продовольствия по всему миру. Человек, конечно, венец эволюции. Но не все ему по силу. Поэтому он создает тяжелую технику, способную решать самые сложные задачи. И одни из лучших образцов такой техники производится у нас. Это бульдозеры самосвалы? Совершенно верно. Они помогают добывать необходимые ресурсы. Например, песок или металлы. А теперь... Перейдем к освоению водных просторов. Это верфь, на которой готовятся к спуску на воду различные суда. Это очень сложное производство, требующее особой точности. По воде ходят самые разные суда. Пароходы, танкеры, сухогрузы и многое другое. Познакомьтесь с новым роскошным круизным лайнером. Теплоход «Мустайкарим» по праву относится к категории «люкс». И представляет собой комфортабельную пятизвездочную гостиницу на воде. Вот, например, скоростной речной транспорт. Это все тоже нашего производства? Конечно! Мы производим все суда, которые ты видишь. Но многое скрыто от нас под водой. Круто! Это подводная лодка? Это беспилотный роботизированный глубоководный комплекс «Витязь-Д». Он погружался в самую глубокую точку Мирового океана, на дно Марианской впадины. Исследование морского дна – задача сложная, но нам она под силу. Есть техника, которую мы производим для работы в совсем экстремальных условиях. Например, это ледокол. Он идет по самым сложным путям, которые не под силу другой техники. Поэтому грузы на него доставляют вертолетами. Тоже нашего производства. Они доставляют еду, вещи и лекарства для экипажа. Да, я читал. Лаборатории по производству лекарств – это тоже часть нашей промышленности. Вот, видишь? Ты уже сам все знаешь.
фармацевтическая промышленность. Каждая лаборатория оснащена сложной измерительной техникой. Российские фармакологи создали немало современных препаратов, которые известны и востребованы во всем мире. Из этой обсерватории наши ученые смотрят в небо. А добраться туда нам поможет двигатель ПТ-14 нового поколения, установленный на наш новенький самолет МС-21. Мы в космосе? Мы всегда в космосе, но сейчас да. Ты поднял важную тему, ведь мы учитываем не только производство, но и утилизацию техники, чтобы не засорять планету. Программа утилизации придумана для сбора и переработки старой техники во что-то новое. Я даже не ожидал, что у нас столько технологий. Отсюда хорошо видно, что наши разработки используются не только в России, а вообще на всей Земле. Они повсюду. Я уже говорил, что промышленность – это сердце, которое поддерживает весь организм в движении. Вот, теперь ты сам это видишь. Все так круто. Я теперь тоже хочу научиться создавать что-то такое. Легко. Приходи ко мне в инженерный центр. А можно хотя бы понаблюдать за процессом? Конечно. Это первый шаг любого конструктора. Ну как у вас все пошло с дядушкой? А ты не видишь? Он, мой самолет. Модифицировал. Твой дедушка начал. Ты сам это сделал? А как же реферат? Стал на отлично. Спасибо твоему дедушке. А, кстати, мне пора. Куда? Мы же не доиграли. В инжиниринговый центр. В общем, вот так понравилось вам. Что здесь? Короче, кладете вот так. Активируется. Проект. Что это такое, типа? Проектирование производства. Слайд 1 из 4. Российское программное обеспечение позволяет планировать и проектировать производство. Здесь, короче, тоже можно их так... где вы можете создать своего цифрового двойника и также уже провести его на виртуальном испытании в виде краш-теста. И далее вас уже встретят материалы, которые вы взяли, которые наверняка наездят. Компьютеры, процессоры. Mozilla Firefox установлено еще. О, автомобиль. А, это Аурус. Смотрите, какая красота. Такой вот здоровый он. Офигеть. Так ты в жизни увидишь и не скажешь, да? Вот на котором это Путин ездит. Машина. А, лимузин. Аурус. Именно лимузин. Который такой длиннющий, такой здоровый, масштабный. Здесь вот эти штуки, ведь что-то они делают. А, это 3D-принтеры, наверное. Не работает, да? Наверное, не работает. Фар.